Достаточно, чтобы на дороге появился один единственный мусорный пакет, и вот он уже притягивает к себе другие пакеты, сумки и коробки, а потом еще сумки, мешки и коробки. И вот перед нами уже гигантская свалка. Мы по дороге на Пугачева. Это никакая не организованная площадка, это совершенно стихийное безобразие. Оно здесь разрастается, дачников пытаются пугать, но это не помогает. Год, наверное, не было, ничего, все чисто, хорошо было. А сейчас вот безобразие, кто что придумал это? Как вам вот ездить? Ну как, блин, воняет. Вот такая вот еще табличка появилась. Кто-то пытается призывать людей к некоему внутреннему достоинству. Тоже не помогает. Они же, наверное, ночью приезжают. В один из дней просто проезжаем, и уже огромное количество мусора. То есть, по всей видимости, проезжала какая-то машина и, ну, выгрузила, что было. А почему-то вот по всем, где проезжаешь, появились такие стихийные кучи. Что-то, видимо, с этим хозяйством, наверное, что-то не в порядке, да? Долго еще жители микрорайона Тихие Зори будут ждать у себя тенистых аллей, потому что деревья у них высаживают вот так. Причем люди говорят, что вот эти рябинки – это уже вторая попытка. Первая уже давно засохла. Ну вот, что это? Это работа спустя рукава или мартышкин труд? И так здесь везде, по Новой улице Лесников. Не только здесь, но еще и рядом с садиком. Пустые ямы, они стояли долго, землю не привозили. Я бы заметила. Работа сделана, а результата не будет. Ну, не смогли отлить, потому что очень много над воды было. Фотографии этих печальных деревьев мы показали в управлении дорог и благоустройства. Именно эта организация занималась строительством дороги и вот теперь озеленением этой улицы. Там уже заявили, что на месте пока не были, результаты не оценивали, но даже по фотографиям видно, что работа сделана некачественно и принимать ее не будут. Мы на улице Баграда, на перекрестке с Робеспьера, начали разбирать вот эту вот многоэтажную пристройку к зданию, которая несколько лет мозолила глаза красноярцам. Если вы еще не знаете, то дорога здесь перекрыта и пользоваться улицей пока нельзя. Вот, пожалуйста, подъехала машина. Парень, видимо, тоже не в курсе, что здесь закрыто движение. А у нас еще возник вопрос по поводу небезопасности всего процесса. Нам кажется, что вот этой ленточки все-таки недостаточно. Когда разбирают такое высокое здание, вот, например, рядом лежит кирпич, который прилетел сюда, отсюда сверху, может и сюда, наверное, перелететь. В общем, наверное, какой-то забор сюда просится, ну, как минимум, с крышей. Вы зачем там идете? Вам же на голову может прилететь. Иду на свой страх и риск, но поглядывать все равно поглядываю. Здесь сразу раз, краны все это, до 10 они работают, это все в таком режиме. Им нужно быстро, а мы бойся. Тут конкретно страшновато ходить, мы уже неоднократно звонили бы уже и в Росстройнадзор. Нету ни козырьков над этим, над тротуаром. Ничего, конечно, страшно. Кстати, довольно странно повели себя рабочие, когда мы появились, они там вот спрятались наверху. Бригадир здесь им машет, чтобы они не показывались. Как будто делают что-то нехорошее. Так, поэтому, может быть, не зря мы задали этот вопрос или вопрос вообще в чем-нибудь другом. Вот ворота закрыли перед носом. Звоните и пишите нам во все мессенджеры по телефону 202-22-22 и ходите осторожней. По городу дежурили Анна Гейнц и Андрей Ткачук. Новости прямо.